Здравствуйте, меня зовут Козлова Ирина. Я уже более 8 лет в профессии, занимаюсь пошивом бальных платьев. Вот, также занимаюсь пошивом тренировочной одежды для бальных платьев. Вот, и занимаюсь пошивом вечерней одежды и свадебных платьев. В процессе работы было просто очень много эмоций, и за счет этого, конечно, сложно было запомнить всю последовательность какую-то, потому что ты все время находишься в каком-то кайфе, то есть ты постоянно на эмоциях, и вот это вот классное ощущение того, что мы куда-то что-то двигаемся, что-то делаем постоянно. Вот, и ты приходишь просто домой, и ты вот с таким вот, не знаю, знанием информации, которую просто очень сложно уложить по полочкам. Вот, это, наверное, было сложнее всего. А так все было легко, потому что Оля очень легко все объясняет, очень доступно, абсолютно. С самого детства я любила шить, вот, и знала, что я свяжу свою жизнь именно с этой профессией. Потом я поступила в колледж Карла Фаберже номер 36 и стала активно участвовать во всяких конкурсах молодых дизайнеров. И мы занимали там даже первые места. Вот, благодаря этому я, наверное, открыла свою студию, вот, в которую я с удовольствием сейчас приглашаю людей, своих клиентов, вот, и могу работать самостоятельно. Спасибо огромное Ди-студии и Олечке Каурцевой за такую прекрасную возможность, ну, просто пообщаться, познакомиться. Вот, и, конечно, самое огромное спасибо за полученные знания, которые я уверена на 100% я буду использовать еще очень-очень много раз, дорабатывать их и делиться опытом уже со своими учениками. Спасибо.